Николай Попов. Письмо. Почтальон шел к калитке устало. Мать с тревогой взглянула в окно. Сердце болью тупой зажало, а потом отпустила. Письмо. Треугольничек серый, чуть мятый, адрес синим и черным печать. С фронта маме от сына солдата. Она села к окошку читать. Здравствуй, мама! И слезы скатились. Я не ранен, живой и здоров. Мы теперь только к Волге пробились. Видно, дальше погоним врагов. Мне приснились луга и покосы, да березок в сережках наряд. Как с отцом отбивали мы косы. А проснулся в руках автомат. Расскажи, как соседка Аленка? Ей теперь уже много годов. Полюбилась мне сильно девчонка. Вот вернусь и зашлю к ней сватов. Напиши, как отец и как братья, по каким они служат фронтам. Эх, погоним же немца когда-то и вернемся домой. Жди нас, мам. Нету в письмах солдата обмана, святой ложью сыновья любовь. И поймет ее мудрая мама и увидит меж строчками кровь. Она знает, в окопах не сладко, что повсюду там смерть и беда. Она видит землянки лампадка, быстро пишет у сына рука. Потому что уж три похоронки почтальон им принес на порог. И на фронте соседка Аленка, и остался последний сынок. Не писать ей про то, не поведать, не открыться ей болью своей. Как всегда, за салюты победы платим горем своих матерей.